Итак, привет, ребят, с вами Тугарыч, и сегодня покажу небольшой пример той темы, наверное, которая уже в полной мере раскрыта, вот, везде, где только можно. Но, тем не менее, если вам нужно закинуть музыку в GTA 5, то, соответственно, нужно зайти в эту папочку, вот как вы видите в видео, да? Именно roster is game, потом мой юзер, то есть, и сюда закинуть ваши файлы с музыкой. Но если опять-таки музыка не воспроизводится, как бы, да, не определяется в игре, то переименуйте ее, то есть сделайте название нормальное для нее. То есть у меня были названия вообще там страшные, там какие-то непонятные, и я просто переименовал название в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То есть вот такие названия музыка, как бы, ну, точнее GTA понимает. Вот, и сейчас, для примера, вот обычно ВКонтакте или еще где-то музыку мы слушаем, вот, покажу, как скачать музыку с ВКонтакта, скажем так, без использования всяких плагинов и прочего. То есть не внедряя там какие-то плагины и еще чего-то. Вот, и тем более использование каких-то программ, которые занимаются не знаю чем там, и, в общем, не самые приятные. Итак, первым делом выбираем песенку. Я тут убавлю звук немножко. Вот. И нажимаем на клавиатуре F12. И здесь нам с левой стороны нам нужно нажать на показать, скажем так, курсор, ну и определить некое месторасположение. Ну, у меня браузер Google Chrome у вас может быть вот так, с правой стороны. Ну вот видите, я переключил, я предпочитаю, когда панелька снизу. Но разницы в принципе нет. Нажимаем с левой стороны экрана, типа квадратик, найти элемент. Находим этот элемент, и мы видим в коде именно значение value элемента. Нажимаем два раза, и, ну, то есть назначение value. И можно его скопировать. То есть я скопировал, Ctrl-C нажал. И видите, я попал на эту страницу, просто я новую вкладку закинул наверх в URL. Здесь правая кнопка нажимаем и сохранить. То есть вот сейчас подгрузилось окошко для сохранения, и здесь, ну, пишем название, можно так сохранить. Ну, я вот лучше сохранить так. То есть я сохраняю сразу в папочку Rockstar Game User там, как бы, да? То есть сразу туда. У вас, возможно, загрузится в папку общие загрузки. И тогда вам вручную надо будет переместить вашу музыку в папочку Rockstar Game User там. Музыка, то есть вот, понимаете, да, вот в этой папочке GTA 5 будет искать вашу музыку только в этой папке. Собственно, поэтому вам нужно это туда и закинуть. Ну и в самой игре там у меня непонятки были небольшие, поэтому я решил тоже вам показать. Так, заходим в настройки, затем аудио. И здесь выбор, то есть у вас есть радио, волна некая. Safe Radio, по-моему, называется. И в Safe Radio только на этой волне ваша музыка будет играть. Понимаете, да? Но здесь неудобно, поскольку вот в GTA 4, по-моему, или в других GTA там можно было прям сразу в любую машину садиться, и ваша музыка играла, только ваша. А здесь нужно менять радио, к сожалению, как я понял. То есть нажимаете сканировать музыку там, либо полное сканирование, либо быстрое сканирование. И выбираете Safe Radio. Вот. Либо случайно, либо последовательно, либо радио. То есть нижняя вкладочка, которая пониже, да? То есть если радио, то есть и, там радио, люди говорят что-то, и потом музыка ваша играет. Но в данном случае я выбираю как бы случайный порядок. И вот нажимаете Q, самое главное, садитесь в машину, нажимаете Q и мышкой поворачиваете, выбираете Safe Radio, оно слева наверху. То есть вот я вышел, я захожу в любую машину, левую, любую. Теперь нажимаю Q на клавиатуре и мышкой ищу наверх. Видите, наверх. То есть наверх, лево, как бы. Вот видите, там видите, там все волны, которые есть, радиостанция, скажем так, в GTA. И вот мы выбираем так вот верхнюю волну, Safe Radio. И там играет только ваша музыка. Из минусов то, что вам каждый раз, когда вы садитесь в новую тачку, вам придется именно нажимать на Q и выбирать именно вашу волну, скажем так. То есть, где именно играют ваши песенки. Собственно, как-то так.
Ну, что-то типа этого хотел вам показать, рассказать. И можно свободно играть в GTA 5. Вот. Даже не обязательно видеть там такую версию, за которую денежки можно платить. И, как говорится, наслаждаться игрой, слушая вашу любимую музыку, скачивая ее из контакта и закидывая в эту папочку. Всем спасибо за просмотр, ребят. Всем пока, всем удачи, приятной игры.